пойму. Тебя что, ребята во дворе обидели? Да, они сказали, что они будут богатыми. Тебе на работу наймут. И ты не будешь меня защищать, а будешь их слушаться. Вот значит как. А ты им сказала, что твой брат будет военным? Чем? Есть у тебя профессия такая. Родину защищать. Называется военный. Я буду защищать нашу страну, как наш прадед во время Великой Отечественной войны. Как наш дед в Афгане и как отец служить на флоте. Ух ты! Это очень интересная профессия. Я тоже буду военным. Ну, конечно, будешь. Если захочешь. Только женщины защищают нашу страну. Не только в армии. Они становятся матерями и помощницами. И в этом тоже очень большой вклад в защиту Родины. Поздно уже. Иди ложись спать, а мне завтра рано вставать. Как? Ты опять уезжаешь? Ты ведь только приехал. А мальчишек кто накажет? Ты самый плохой брат на свете. Маленький не понимает, что военный – это призвание. Мужчин, мы с вами должны оберегать нашу страну.
и наших женщин. И силу свою нужно в правильную сторону направлять. Ведь настоящий мужчина, неважно, служил он или нет, всегда станет на сторону правды и добра.